Слава Богу. Откровение, 17 глава, 14 стих. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Так, это я прочитал. 15 стих. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Толкование. Это означает господство и развращающее влияние на многие народы и страны Вавилона, великой блудницы, города нечестия и разврата. О том, что многие народы объединяются под знаменем этого великого города и во главе с его князем пойдут войной на Израиль, свидетельствует пророк Иезекииль. 38 глава, 9-15 стих, и 39 глава, 4 стих. О великом растрительном влиянии этого города на царей земных разных стран пишется и в 17 главе, 2 стихе, и в 18 главе, 9 стихе. Одновременно Вавилон будет важным центром всемирной торговли. 18 глава, 11 стих. Так воссела на многих водах великая блудница. Вопросы? Откровение 17. Так, Игнат Тихонович, что далеко здесь, нет? Откровение 17 глава. 16-17 стихи. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии». Толкование. Но не прочна дружба Ирода с Пилатом. Лука 23:12. 10 царей возненавидят блудницу, великий город кончины века, ставший средоточием всех мерзостей и нечестия. Как это понять? Дело в том, что следует различать город, где воссядет Антихрист, от Вавилона. Толкование на 11 главу 1-2 стихи были приведены свидетельства Священного Писания и святых отцов о том, что Антихрист воссядет в Иерусалиме, где будет и его храм. Вавилон же совсем другой город. Антихрист будет добиваться поклонения только себе лично. Ничто иное не должно называться великим, кроме его самого. Потому и великая блудница – город его славы и нечестия. Но город великий будет возненавидено. И разорят ее 10 царей, подчиненных Антихристу. Как был разорен древний Рим варварами в 476 году, как был разорен второй Рим, Константинополь, турками-османами в 1453 году. Так будет разорен и Рим Антихриста Вавилон, великая блудница, 10 царями. Это будет начало конца, прелюдия страшного суда. И обнажат великую блудницу, сбросят порфиру и багряницу, отымут сокровища и богатство ее. Тогда предстанет город во всей своей постыдной срамоте. Мир увидит истинное лицо этого города, которым столь восхищался и превозносился.
свете этого откровения не опасно ли увлекаться идеей Третьего Рима? Христианство имеет свой град не на этой земле. Наш град и жительство на небесах. Вот когда ходишь по улицам великих городов, видишь их блеск и величие, то невольно думаешь, что же откроется, когда все внешнее будет сдернуто, когда город обнажится. Каков будет город, когда исчезнет внешний блеск и все условности, скрывающие бездны мерзостей и беззаконий? Но не ограничатся 10 царей тем, что разорят и, обнажив, опозорят город блудниц. Они плоть ее съедят, как хищные звери, и, разграбив и пожрав все, что можно, сожгут ее в огне. Не развалины останутся, а только пепел от города будет поднимаем ветрами и развиваем ими по миру. В наш атомный век такие катастрофы уже вполне представимы. Не бывает поругаем Бог. Долго терпел он великую блудницу, но вот Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю. Так и в кошмарных событиях антихристового времени Бог будет осуществлять свою волю. Он попустит на короткое время, как бы на один час, всю власть над миром отдать зверю сатане. Вавилон будет разрушен 10 царями, а их царство будет отдано зверю. Сатана хотел быть владыкой мира, единым и полновластным. Он будет им. Он достигнет своего на один час, чтобы потом претерпеть вечное сокрушение. Все царство над миром будет отдано сатане, зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Цитирую. «Доколе не прейдет небо и земля, и одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея 5:18. «Будет в кончину века сатана иметь власть, пока не исполнятся до малейшего все слова Божии, реченные через святых и пророков. И тогда придет конец». Вопросы? Ну вот здесь Саша задает вопрос. Америка, Германия, Вторая мировая, израильский народ. Игорь Дыбунов отмечает. Россия, Москва, это город блудница. Саша говорит, ДНР. ДНР. Но я когда читаю, что вот положено на сердце вот, вот эту город блудницу сжечь и разорить, и предать позору, мне почему-то представляются мусульмане, у которых с детства вот это вот, ну, ненависть, что ли, как бы, вот. Они же что в Европе-то творят, прям вот этих женщин там, легкого поведения, прям их там чуть ли не убивают, там, не знаю, позорят их или как там. Там Ангела Меркель там даже обратилась к этим женщинам германским: вы одевайтесь хоть поскромнее, что ли. Такое вот. Конечно, они у себя такого не видели, у них все мусульманки-то все, у него там, она как в танке, одни глаза только видно. А тут такое, конечно, у них
такое негодование, что ли, или как попали в такое вот место, по их мнению, разврат. Женщина не должна так одеваться. Хотя бы это, должна быть скромна, стыдливо, покорно. Тут такой феминизм, конечно, и это дико. И вот сегодня вот такие как бы предтечи вот этих вот. Как это все будет нам? Думаю, гадать это не... Конечно, рассуждать на эту тему можно, но полезно это, полезно. Ну, сказано, что верным истинным христианам все Господь откроет. Нам небезызвестный умысел сатаны. Вот. А копья ломать, как это будет? Ну, как будет, так и будет. Как вот Бог занарядил, так оно и будет. Написано, что придет Антихрист, что 10 государств, подготовка. Подготовка идет, мы все это видим страшными темпами. И остановить это невозможно никак. То, что у Бога занаряжено, можно молитвой отодвинуть. Мы всегда просим, Господи, продли еще это тихое мирное время, для того, чтобы как можно более количество людей уверовало, обратилось ко Христу и покаялось. Но я думаю, как раз гонение это на христиан и кровь христиан, это семя христианства. В житии святых читаем, когда убивали христиан, и люди, убивающие их, обращали. 40 отроков, вспомните, на морозе, когда баню топили, и один отказался. Сережа, можно добавить еще? Да, конечно, брат, давай. Ну, ты, конечно, я понял, как примиритель выступаешь. Только не забудь, что в этом городе написано, было пролито море крови святых, море целое. Где еще пролили, кто пролил кровь святых морем? Где? В какой еще стране? В каком государстве? В какой больше всего? В Лубянке? Ну, здесь соглашусь, конечно. Но... Священное Писание не говорит о когда, может быть, имеется в виду последние времена, или вообще вся история будет браться во внимание. Я просто как бы ощущаю. Ну вот да, коммунистический красный террор, это очень-очень подходит. Ну, можно мне тоже чуть-чуть? Одно слово. Буквально. Дело в том, что пролито, да, крови много, и везде пролито крови много. Даже если взять Великую Французскую революцию, да, там и то было больше крови пролито, чем в России. Это во-первых. Вот. А то, что сказать, что кровь святых там проливалась от них в Москве, нет, там были разные люди. Поэтому здесь тоже... И есть такой момент, что она сидит, блудница, на водах многих и обогащалась за счет торговли и за счет моря. Когда Россия обогащалась, и особенно Москва, за счет моря и за счет... Никогда за счет вод. Все, закончил. Спасибо, Господи. Это написано «обогащалась» или «обогатила»? Обогатила. Ты считаешь, что это Нью-Йорк будет, город блудницы, какой-то американский город? Я считаю Лондон. Считаю Великобритания. Он сердце и мозг всего этого. А это только обвертка США. Это великая блудница, это то, что англосаксонский мир. Голова и сердце, мозг, это город Лондон. Оттуда весь разврат, все, глобализм идет. А вот это много, и коммунизм, и глобализм, и тоже мусульманцы, это только как бы пальчики одной щупальцы. Одно отрубится, другое остается, и сатана смотрит, что пройдет, через что там можно будет. А коммунизм, он все, он себя изжил, не как идея, и как все, он изжил себя. Так, насчет вот... И еще вот смотрите, вот одну секунду я скажу, вот смотрите, чем сейчас вот привлекают...
богатством, обогащением. Почему все отворачиваются от России? Да потому что она не может и не хочет обогащать. Даже те же украинцы, почему они сейчас на Запад рвутся? Да потому что надо им обогащаться. Они думают, что вот просто так, вот эта вот система, ну, как сказать, печатание денег, да, вот, которые ничем не подтверждены, она вот обогатит всех. На самом деле не так. Вот они обманутся, и они так, будут в ярости. Короче, уже на эту тему долго мы... Ладно, все, я понятно. Закончил. В общем, понятно, что я сказал. Да, ну вот насчет вод, Евтушенко Сергей как бы цитирует Священное Писание и говорит, что воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть толкование дает. Ага. Гор тогда, семь гор, это значит можно, это и так, и так. Семь гор, значит, мы принимаем буквально. А вот воды исключительно только народы. И то... Нет. Но если толкование дано, воды дано толкование, дано, а ты даешь толкование на толкование. Нет, оно здесь дело в том, на горы что... толкование не дано, что горы это суть там, на горы никаких толкований нет. Там или горы, или холмы возвышенные. А на воды дано толкование. Значит, нет, здесь не только так, оно и аллегорически, и на самом деле за счет воды, чтобы мы видели, за счет чего она... Цивилизация моря, она за счет этого разбогатела. А то, что народы, это само собой. Все народы там... Сережа, можно скажу еще чуток? Да давайте, наверное, это продолжим. Потом еще поговорим. 15 минут. Ну, есть, потерпите. Одну тему мы что ли? Да, я врежу. Прости, брат. Откровение 17:18. Ничего не сходится. Так, куда лезешь? Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Толкование. Интересно еще отметить, что слово «царствующие» стоит в настоящем времени. В этом можно либо усматривать указание на то, что речь идет о городе, царствующем во времена Иоанна, то есть о Риме, либо же Рим только прообраз, а царствование города в настоящем времени надо относить не ко времени написания апокалипсиса, а к видению. То есть в видении город видится Иоанну уже царствующим. Как и многие другие грядущие события, он видел как бы уже происходящими. Вопросы. То есть город будет царствовать над земными царями. Ну, как вот было во времена СССР, то есть центрального управления. Все указы из Москвы. Были. Все вот такое по нисходящее. Потом, когда дали власть, все и развалилось. Так и будет в последние времена. Центральный город, будут какие-то либо губернии, цари в них будут. Что это ли там? Действительно будет Лондон. Но Лондон сейчас на данный момент все там в Европе, все государства, они отдельные субъекты. Вот. А тут, наверное, будет одна, как бы, вот, Московская губерния или что там. И вот Россию-то уже хотят расчленить на эти губернии. Это тоже уже в интернете вот эти все на государство. То есть СССР распался, как бы. Москва сейчас, конечно, уже над вот этими бывшими союзными республиками власти не имеет. Вот. Но задумка была хорошая. Развалить все. Разделяй власть. Так, вопросы по этому, по городу. Еще. Если по городу, то, в принципе, он тут повторяется. То есть можно, брат Игорь, думал, что хотел сказать про город. Про город говорить. Ну, я хотел просто количество сказать. Тут Сергей просто необыкновенные чудеса арифметики нам рассказывает, сказки. О том, сколько пролито крови во французской там революции. Ты заглянул бы хотя бы в историю-то.
Как можно сравнить несколько там тысяч человек, две где-то приблизительно, и миллионы людей, которые веровали в Иисуса Христа в православии, там, где ты сейчас находишься, и я тоже. И их убивали за то, что они просто были верующими. О чем ты говоришь-то? Как можно сравнить эту кровь? Она еще даже до конца не вопиет. Вот когда вскрикнет весь народ там, соберется пред Господом у престола, тогда все понятно будет, кого нужно будет карать. Лондон какой-то. Ну, логично. Да, доколе не мстишь будут святые, а святых мучеников в России, да, очень хорошее как бы замечание, трудно не согласиться. Нигде столько святых мучеников, как в России, ни в одной стране мира нет. Поэтому и гореть, скорее всего, и за эти злодеяния. И обогащается, ну как, все союзные, сколько помощи там и на Кубу, и на Украину, и помощь была, трудно как, а они не хотели, они хотят от Америки. Они благодарные, потому что их хохлы оказались, что теперь? Это всегда так, и оно и главное-то, и сам Антихрист, что-то, да, вроде как это его город, нечестие там, и все, и как бы своих же, наверное, пойдут. Хотя написано, что Бог положит на сердца людям убивать. Но написано же не убий, как же они возьмутся за оружие. За огнеметы. Можно еще минуту одну? Вот про обогащение ты сказал, я вот вспомнил. Я маленький был, когда... Вот мама тут рядом сидит, не даст соврать. И в школу мы приносили, марки нам продавали, Красного Креста и Полумесяца. И за эту марку нужно было заплатить 20 копеек. И это было по нескольку раз, ну, за сезон, за учебный. И мы постоянно несли, я это деньги нес, приходил к родителям, мне говорили, иди у родителей, бери 20 копеек, заплати за эту марку. А для чего она нам нужна была? Голодающим детям в Африке, голодающим детям в Азии. И это было во всех школах. Это не только у меня одного брали-то. И отец какой-то в один момент, я это вспомнил, потому что отец спокойный сидит, а тут он... Да сколько уже будут брать-то уже, когда там мы детей накормим-то африканских уже? А я ему говорю, папа, ты что, фашист? Это же нужно для того, чтобы, ну, накормить детей голодных. Как мы их представляем? Кожа до кости там и так далее. Это только было при Союзе. А после того, как рухнул Советский Союз, начали публиковать уже данные, сколько прощено Россией долгов Кубе, Вьетнаму, Китаю, Кореи Северной, и там перечисляются африканские ряд республик, Египту, сейчас простили Сирии, миллиарды, десятки, сотни, триллионы уже вылились, все прощено. Какая у тебя зарплата, какая у тебя работа, какая у меня работа, зарплата? Сейчас по кругу спросить, кто у нас получает за свою работу нормальную зарплату? Это все потому, что мы обогащаем. Обогащаем для того, чтобы властвовать над царями другими земными. Еще раз, как раз еще прости, такой ерунды я еще не слышал, чтобы обогащать сейчас кого-то, чтобы властвовать. Все, ладно, простите, давайте дальше. Давай, думай. Игорь, для чего обогащать, чтобы властвовать? Помощь оказал, конечно, он теперь твой должник, и все. Я тебе долг простил, теперь могу делать что там, что хочу. А как? Какая тут ерунда, тут не совсем вот правда. Американцы так и действуют. А кто вот помнит долги, да, которые мы давали? Ни одна. Один в один. Чем мы лучше американцев-то? А в том-то и дело, что вот мы давали, ну мы с Украины хоть что-то потребовали, вот сколько газу ей давали. Ни с одной стороны мы им всем прощаем, а вот американцы нет. Они за каждую копейку с тебя будут. Так и вот, значит, кто обогащает, мы или американцы? Тот, кто прощает, тот и обогащает. Нет, мы не обогащаем. Никто не обогатился за счет нас. Вот вы не понимаете. Ну ладно, хорошо, время покажет, увидите. Если закрыто. Простили миллиарды, говорит, никто не обогащается. Перечислили страны, никто не обогащается. Да никто не обогащается, все это идет в песок.
Съели и все, и кончилось съели это. В песок идет. Говорит. Никуда. Съели, ну съели же на питание. Ну, а так бы не питали. И ушло. Посмотрите, друг, как вот за счет Америки обогатились арабские страны. Обогатились от Америки. Да она грабит и грабит. Ну ладно, если не открыто, закрыто, то закрыто. Все, об этом нечего говорить. Все. Откровение 18.1. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Толкование. Словами «после сего» разделяется предыдущее видение великой блудницы на звере от видения падения Вавилона. Иоанн увидел иного ангела, то есть уже не того, что в 17 главе 1 стихе, который был одним из имеющих семь чаш. Этот ангел, сходящий с неба, но дальнейшими атрибутами он отличается от того ангела. Как сходящий с неба ангел является особым посланником небес, имеющим важную весть для людей земли. Это один из высших ангельских чинов, так как о нем сказано, что он имеет власть великую, и при его явлении земля осветилась от славы его. Столь славны небеса, что от одного их посланника освещается вся земля. Считать, что подобная слава и власть приличествуют только самому Господу Иисусу Христу, нет никаких оснований, ибо для возвещения столь великой вести, как падение Вавилона, знаменующий начало конца, посылается и великий ангел. Так и при втором пришествии Господь пошлет ангелов своих с трубою громогласную. Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. Что этот ангел не Господь, видно из того, что в стихе 4 голос Господа назван иным по отношению к голосу этого ангела. Вопросы? Вот толкование нам четко, сейчас второй стих будем читать, труба громогласная, все услышат, ну как? В интернете все открыто, все соцсети, все узнают, что пал. Это начало конца. Нет, будет все тихо, тайно, всех обманут, всем. Никто даже не всем во сне печати наставит сатана. Проснулся уже, все в аду. Вот так вот толкуют некоторые. Здорово живешь, да разве Господь попустит такое? Свобода воли, еще раз хочу твердо стоять на этом. Никто не отнимет эту свободу. Свободу вы выбирать между Христом и Антихристом. Будут, конечно, мозги запутывать, но помрачение ума-то от самого человека идет. Он обманываться рад. Меня обманывают, а я и рад обмануть. Зато кузов. Главное здесь, и вот он-то будет все, представляете, вот его состояние. Вот, Игнат Тихонович про Гитлера говорил, вот у него была мысль такая завладеть всем миром, и все рухнуло. И его состояние на тот момент, что он думал? Вот, ну что, я не знаю, история нам учили в школе, пулю в висок себе и все. И здесь только на один час, либо вот на три месяца завладеть вот всеми вот этими глобальными вот это будет. Владыка земли тебя возомнит. Богом, да что владыка земли, президент земли. Низкое звание для него. Я Бог. Вот все. От гордыни все это, все своими. Ты про года говоришь или про месяц, непонятно. Выскакивает, то он-то Но тут говорится, на один день придет власть это Антихриста. И толкуется, что один день можно разуметь как один оборот солнца. То есть весна, зима, осень или лето. Понимаешь?
4 оборота солнца делает. Один оборот, это 3 месяца. Сколько ты читаешь? Вашингтон, сегодня говорит Лондон. Там воды много. А 3 месяца, это он где 3, там и 3,5. Нет, там 3,5 года. Воды, которые видел, суть народы. Ну да, это правильно. Сергей говорит, что вот там кровь святых. А, тот и вин тогда. Да там кровь святых везде была. Так, час прошел, давайте задавайте вопросы, у кого что на эту неделю готовилось. Можно в чате писать. Так. Ну вот Игорь Дебунов пишет, не надо пугаться истины, ведь мы же христиане. Вот. Ну, брат, наверное, имеется в виду, что истина – это пугаться, что да, наш родной город, Москва, столица нашего державы, и вдруг сгорит. Хочется, чтобы другой город сгорел. Но если это истина, и Господь через святых нам ее открывает, принять. Истина в том, что да, ни в одной стране мира столько... Ну, если вы назовите, что во Франции больше было мучеников за Христа, чем в России, в Америке больше мучеников, где так еще гнали, убивали на Лубянке? Ну, историю действительно я хоть и плохо историю знаю, но это факт, который трудно обойти. Опять же, воды, да, Москва не на воде, но про проводы толкование, что это суть. Языки, и племена, и народы. Все должно совпадать. То есть нельзя как сектант так вот это вот, это мне... Да нет, вот Сережа, вот дальше мы будем, 18 глава, 3 стих. Вот смотри, там будет. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Во-первых, какая великая роскошь? Да какие цари земные любодействовали? Да сколько олигархов, да ты посмотри, ты что? Ага, где же это цари? Посмотри, нет. Ну перечисляли уже, брат, ты как уперся там? Нет, олигархи, вот послушай, вот смотри. Вот чем вот мы проигрываем США? Что они, кроме вот того, что помогают, они готовят, специально воспитывают элиты, которые... ориентированы на англосаксонский мир. Вот смотри, вот народ, он Россию любит, да, вот у всех, у Румынии, у Венгрии, Чехословакии, там кто бы ни был. А вот те, кто приходят к власти, они все воспитаны, ориентированы на Запад. Об этом еще в 19 веке писали, говорили наши философы. Они все ориентированы на Запад, они царями становятся, они любодействовали. Второе, купцы земные. Кто от купли-продажи с Москвой разбогател? Да никто. Да весь мир, главное, на ней держится. Никто, а эти да захватили. Да никто, да все в Москву едут на заработок. Да ты что, как? Так это... Ты один не разбогател. Гастарбайтеры. Он не может остановиться. Что там заработки такие? Ладно. Все деньги, они вот печатаются. Они печатаются в США. Федеральная резервная система. Эти деньги ничем не подтверждены. Ничего нельзя. То Игорь Дубунов там. Это вообще... Так можно разбогатеть тем, что ничем не подтверждено. Вот, можно вот разбогатеть золотом, алмазами, нефтью, газом, тем, что действительно... Ничем, ничем, абсолютно. Федеральная резервная система. Один раз не будет, и все, и будет все электронно. Это та же самая история, как у... Боже мой, дефолт-то будет, великий маман. Вот кто знает вот из вас, кто знает, что... Доллар, он печатается не государством, а частной фирмой, ФРС, Федеральная резервная система. Никакого отношения не имеет. Это известно, знает кто-нибудь из вас? Нет, ты давай не уходи, смотри. Святые вопиют к Богу, доколе не мстишь. И это будет, город блудница, это как Господь положит на сердца-то убить этот город. За что? За кровь святых мучеников. Вот и все. Да кровь, ну, оно везде, а потом... Да не везде, ну... Так. Это не так. Кровь, она везде лилась. И не столько святых в России, как вы говорите.
там разные были, были и святые, а были и просто, которые пострадали. Даже за предательство были такие, которые пострадали. А в Лондоне какие святые, там англосаксы, еретики там одни, какие там святые, я не знаю. А вот за это, вот за это-то и идет, что сейчас. Вот смотрите, откуда идет. Что его Лондон сжигать, если там... Вот, Серёж, смотри, в Швеции сейчас... Москва будет сожжена за то, что там убивали святых. За то, что убивали святых. Месть будет Божья, Бог будет сжигать. Ну и нечестие. Вся земля будет уничтожена за это. Вся земля и все дела на ней сгорят. Мы сейчас о городе говорим. Я земля, ну, великая блудница, не, Москва не является великой блудницей, матери всех блудниц. Не является. Не оттуда идет корень, не оттуда. Это вам хочется, потому что как бы правильно. Обиженное сознание старообрядца, оно вот на этом основано. Что вот, а, обидели, я не мог это самое. И не могут прощать. Они больше всего ненавидят русский народ и... Кто? Старообрядцы, они ненавидят больше русский народ и Россию ненавидят. Почему? Да потому что им кажется, что все у них отобрали. Все, они не хозяева. И поэтому, да, они готовы на все. Сказать, что и блудница, и хуже всего на свете. На самом деле не так. Идет-то блуд-то о чем? От отвращения от Христа. От отвращения от Бога. Посадить антихриста. Не Москва старается посадить антихриста. Она как один из городов, и все. Совершенно. А мы говорим, что антихрист не в Москве будет, а в Вавилоне. В этом, в Иерусалиме. Да это понятно. Но подготовка идет к... Блудница готовит подготовку к антихристу. Закладывается это уже 2000 лет, больше. Вопрос уже муссируем. Времени столько на него. Так, вопрос. Евгений Трапко задает. Можно ли женщинам выщипывать, корректировать брови? В исламе выщипывать брови Кораном запрещается. Что говорит о женских бровях Библия? Ну и дальше. Да проклянет Аллах делающих татуировки и тех, кто просит делать их себе, а также тех, кто просит, чтобы им выщипывали брови. И подпиливающих. В общем, маникюр и броводергание в мусульманстве запрещено. В Библии о бровях конкретно есть что-нибудь? Женский. У Брежнева хорошие брови, помню. Он их не выщипывал. А да, что вдруг Женю торкнуло сравнивать с исламом? Почему не с буддизмом, там, с синтоизмом или еще с каким-нибудь язычеством? Мало ли что там сказано в исламе. Какое отношение к спасению имеет? Вот. Да, прямое. То, что. Вот и мне, например, очень как-то не по себе, когда программа «Спас» и ведущая с накрашенным ртом, с серьгами, с накрашенными глотками, глазами и без платка. Видно, что да, она скромная, благочестная. Можно сказать? И брови накрашенные тоже. Меняется вот все. Наши сестры дресс-код имеют. Сережа. Мне это близко. Да. Спасибо, конечно, должно вести. Сережа. Тише. Так, Дебунову слово. Сереж, слышно говори. Меня? Слышно, говори, да. Ну вот, на Слове Божьем написано, что в рабство, когда иудеи шли, то там в рабах им выбривали полностью волосы, бороду и брови выбривали. Они становились рабами, это было как бы вещи, материальное доказательство, что они рабы в этом государстве. Потом там, не знаю, как отрастало это все, не знаю, еще их там выбривали или нет, но вот в рабство вот так именно попадали. И поэтому, если кто выщипывает брови там и так далее, до лыса... Все там на себе, короче, растительность выбривает. Это человек, который находится под чьим-то рабством. Но под чьим уже тут недолго догадаться. Под рабством лукавого. Да. Все. Да. Да. Да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, не жемчуга, не нарядность в одежде.
Ну а те, кто брови выщипывают, они украсить себя хотят. Образ Божий исказить. А что их выщипывать? Бог тебе дал брови. Мне бы дал бороду, я ее не выщипывал. Тебе зачем сестра брови выщипывать? Мусульманы это есть, я считаю, это правильно. Они впереди нас на этом благочестивое одеяние за этим. Ну а у Левитам 14:9, седьмой день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз свои, все волосы свои обреет и омоет одежды свои, омоет тело свое водой и будет чист. Так, еще вопросы? Нет вопросов? Давайте дальше тогда пойдем. Откровение 18. Чего Володь что-то сказал? Я просто хотел сказать, что ты стих Писания привел, это о прокаженных говорится. Да, и будет чист. Прокаженных. Вот единственное, вот, что я про брови нашел в Священном Писании, это... Ну и спрашивают по бровям, какое мнение Игнатия Тихоновича? Грех брови выщипывать или не грех? Ну и про подмышки давайте заодно. Чего уж. Эксперт по женским волосам. Это где-то. Ну, такие глупости, наверное, отвечать ему не хочется. Брови выщипывать, грех это не грех. Давай, брат, Володя. Сказал грех. Все, весь его ответ. Про брови. Грех. Да. Грех. А скажут, а в Библии не написано. В Библии не написано, что наркотики нельзя употреблять. Вообще про наркотики ничего не написано. Про светофоры ничего не написано. Грех же на красный переходить. Ездить на красный, помеха. Так, Откровение 18.1, раз вопросов больше нет, кого появится, пишите в чате. Откровение 18.1. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего...» Так, это я прочитал. Читал. Читал. 18 глава, 2 стих. «И воскликнул он сильно», то есть ангел, ходящий с неба, «громким голосом говоря, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем и бесов, и пристанище всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Толкование. Итак, третий раз, 14 глава 8 стих, 16-19, 18-2. И уже третьим ангелом возвещается падение Вавилона, великого города и великой блудницы. Непременно и ужасно все это будет. Грехи Вавилонской башни достигнут небес, и она будет низвержена. Прообразом падения Вавилона, кончины века, было падение древнего халдейского Вавилона, о котором тоже было возвещено. Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. Пророк Исаия 21:9. Итак, город цветущий антихристианской цивилизации сделался, первое, жилищем бесов, второе, пристанищем всякому нечистому духу, третье, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы.
Андрей Кисарийский так об этом пишет. «По Божьему домостроительству, освобождающему людей от вреда, и по собственному человеконенавидению, как зверям, так и нечистым духам, свойственно стремление пустыни, места руин, развалин, места опустошенные, разрушенные, оставленные людьми и Богом, становится жилищем и пристанищем как нечистых животных и птиц, так и нечистых духов. Такие места являются стихией нечистых сил, как бесплотных, так и материальных. Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей», говорит пророк Иеремия 51:37. Исаия также пишет об этом, цитирую: «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровергнут Богом, будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». Пророк Исаия, 13 глава, 19, 21, 22 стихи. Об этой разоренной земле сказано, цитирую: «И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения, и зарастут ее дворцы колючими растениями, крапивою и репейником, твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой». Пророк Исаия, 34 глава, 11, 13, 14 стихи. Смотри также пророк Иеремия, 10 глава, 39 стихи. Сов 2:14. «О пребывании нечистой силы в пустынных местах учил и сам Господь. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Матфея 12:43. «А бесноватый, исцеленный Иисусом, был гоним бесом в пустыне». Лука 8:29. Вот в какое страшное зрелище превратится в Вавилон, краса царств, гордость цивилизованного человечества. Вот. Но я читаю, когда эти стихи, сейчас изучаю тему бездомных собак, то есть идеология людей, а их называются там в интернете псинобесы, зоошизы, то есть они считают, что на земле должны жить бездомные собаки. Их убивать ни в коем случае нельзя. Деньги, потраченные на истребление собак, идут на их стерилизацию. То есть ни в коем случае собак этих убивать нельзя. А то, что там бешенство, даже ничего людей не пугает абсолютно. Да, это, говорит, единичные случаи. Я сегодня с одной такой разговаривал. Ну вот, трое пострадавших в Барнауле. Я ей звоню, говорю: «Ну как так? Заявка подана, ты должна была собак этих отловить. А что я сделаю? Ну она вот сыта, ее накормили, и она в клетку не идет. Что я сделаю?» «Ну ты, говорю, ответственность должна за это нести. Тебе деньги государство доверило платить». «Ну я что, я свою работу выполнил, как могла. Пусть та организация отвечает». То есть вот эти бесы в головах людей сидят, что животное священное, это вот бродячая собака, которая убивает людей, заражает бешенством, смертельной болезнью, и с ними невозможно разговаривать, они кидаются, кусаются, и хотят закон сейчас ввели о жестоком обращении с животными, где запрещено убийство, то есть они
животных, он называет убийца, убийца, и скорее всего они расплодятся, расплодятся, и вот в этот город и завоюют. Тут, конечно, после сожжения это все будет, эти животные, на то они же придут не из другого же города, наверное. Я не знаю, может, из другого, если фанал, весь доплат горит. Но то, что такая ситуация, меня поражает. Беспечность людская. Да подумаешь, там один-два человека погибнут. Ерунда какая. Пишешь. В описании говорится о собаке. А то сколько... Так. Анастасия пишет. Думаю, этот вопрос относится к разряду суета. Златоуст говорит об украшениях на обуви. Это не грех, но зачем уделять тому время и внимание? А по порче образа Божия, один католик в разговоре о бороде сказал мне, мол, ногти мы тоже обрезаем, хотя растут они тоже по воле Бога. Вообще. Ну, католик-то что он? Все под себя, да. Вопросы? Ногти, вот католик считает, что мы раз обрезаем, в Писании этого нет, значит, это ногти нам Бог дал, а мы их обрезаем, грех. И, значит, и брови, которые Бог дал, тоже можно обрезать, как и ногти. Вот растолковал. А заодно и бороду, и волосы, и уши проколоть можно, и татуировки нанести. Главное. Главное начать, как говорит Михаил Сергеевич. Так тебе. Ой-ой. Давай, Марина. Я хочу или тебе, Сергей Павлович, если ответишь, или Игнатию Тихоновичу. Я хочу, чтобы мне объяснили, в чем отличие добродетели сверхъестественной от естественной. Как понять вот это? А где ты это взяла? Это я как-то прочитала, вот, по-моему... У Парнава Беляева, по-моему, сейчас скажу, как книга называется, «Основы искусства святости». И вот там, я уже просто не помню, но мне просто так интересно было, думаю, в чем же отличается сверхъестественная, ну, как бы, добродетель от естественной? Ну, мне сразу на ум приходит место Священного Писания. «Хочешь быть совершенным, продай имение, раздай нищий». Это вот на мое мнение, сверхъестественно. Кто из нас может сейчас раздать имение все свое и быть совершенным? Да нет среди нас таких. Вот. Вот. А сверхъестественно, ну понятно, естественно, делать добро, вот от избытка люди клали, а вдова все свое пропитание положила. И это Господь заметил. Игнатий Тихонович, может, он по-другому ответит. Игнатий Тихонович, ответьте, пожалуйста. Сергей ответил. Сергей ответил. Еще вопрос, пожалуйста. Сережа, там у тебя телефон, что ли, рядом прям с колонкой лежит? Да. Подальше убери, он задолбал уже. Вопрос от Андрея Побежана. Где сказано в Библии за 40 дней после смерти? Вот я, можно я начну отвечать? Вот, мы все сидим в интернете и пользуемся компьютером уже, но скачайте вы себе поисковик библейский, прежде чем задавать, а где в Библии сказано? Ну, поисковик, ну и ребята, ну это любой первоклассник может знать такие вещи. Набрал 40 дней поисковик, зашел в
даже какие-то, я не знаю. Понятно, что человек думает, что Игнат Тихонович всю Библию на это, да он поисковиком пользуется. Сколько я, если без поисковика, то очень сложно на память, не каждому дано. Сколько нужно лет читать, чтобы все помнить. Кто иной раз читаешь, чтобы там... Да, Тихонович, и все же... Говорит, плохо слышно. Игнатий Тихонович, ну вопрос задан, ответьте уж про 40 дней. Нигде ни слова. Можно вопрос? Можно. Я, значит, вчера слушал один видеоролик, смотрел. Там, значит, сейчас в России есть те священники, которые там против экуменизма, и они выходят, пишут там рапорт, и выходят из Московской патриархии, и остаются одни. И, значит, им в основном как бы какое клеймо ставят? Вроде, вы же никуда не пошли, вы без епископа, без одни вы не можете, вы как бы отсоединились, вышли из церкви, у вас не епископа, над вами как бы никого нет. Но он как бы привел такой довод, говорит, церковь, она не епископоцентрична, а христоцентрична. Это как бы его довод на то, что он может оставаться как бы один. Вот. Ну, как вот это как бы рассудить? Как церковь, она как, епископоцентрична или христоцентрична? Или все вместе это должно существовать? И что делать, если епископ впал в ересь? Попутный вопрос. Игнатий Тихонович, ответьте на вопрос. На все нарушения ответ один. Да будет извержен. Все каноны об этом говорят. Если услышали это, даже рукоположено до 30 лет, да будет извержен. А кого извергли? А их 90 с лишним процентов с нарушением канонов. Какой он после крещения? В какие грехи впадал? Ни на чем не смотрят. Поэтому такой результат. Они не благовестники. Выходит и говорит, священник на меня, вот, и говорит, Кущима фамилия его. Я, говорит, хотел, где непонятные слова, вставить русские. Архиерей запретил. Дальше, я говорю, ну проповедь, говорит, запретили. Я говорю, ну ты на это-то не упирайся. Выйдут люди, на улицу проповедуй, в храме нельзя. Сегодня такая же женщина зашла в храме, священника нет, она читала, говорила, нельзя этого делать. Владикийский собор, 44-е правило запрещает. Ну, собор, а это определенно, жены ваших церквах да молчат. Ты узнала? На этом все, вопрос закрытый. Ты начинаешь исполнять, а зачем лазейки какие-то искать? Вот тут рассуждали, я не вмешиваюсь. Если один час занятия, а потом вопросы-ответы, никаких дискуссий не должно быть. Ты, Сергей Павлович, не смотришь за порядком. Да они и те же выскакивают десятки раз. Ну, нехорошо это. И люди собрались слушать божественно, а не так вот. Настраивают. В прошлый раз Вашингтон, сегодня Лондон. То ли нарочно это все или что. Святые убиты. Ему говорит Игорь, а нет, это святые там и бывали везде. Где везде? Неужели непонятно? Речь идет 66 миллионов. Профессор Кораблин дает полную статистику. Миллионов. Путина повезли. Владимира Владимировича Набутова. И там все показано. Священников брали ночью подряд. Класс вырезался, класс. Этого не было во всей мировой истории, такого количества погибших. Одних только епископов 200 голов отрубили. 200. Так их не было столько. Их новых рукополагали, тайно рукополагали. Их тоже вылавливали, уничтожали. Никакого обвинения не было. Все. У меня у жены два священника были, деды. Уничтожили. А столько же было. Ну, что говорит, он человек что, или рехнулся, или... Речь идет 66 миллионов. 300 тысяч монашествующих только погибло. Какие еще нужны-то? Путина привезли на Бутово, он только ходил и повторял. Чудовищно. Да что же это такое? Да не может быть. К следующему стенду подходит. Чудовищно. Сам сотрудник КГБ, его органы уничтожали. Но ему страшно стало там. А везде так было. Да вы что, Бога не боитесь? Русское небо. Всего казнено в Римской империи было. За все гонения. Диоклетиан, Домициан, Ликини. Все, кто гнали их. Деки. 450 тысяч. Это согласно
аналов, там все, где записывали, нотарии и остались в записях судебных допросов-то. Здесь речь идет о миллионах, миллионах. Казаки, казаки в основном верующие, православные. Казачий класс полностью вырезается. Офицеры православные, все молились. Не такие, как, но Бога не отрицали. Полностью вырезали, все. Ты посчитай Солоухина Владимира, что он тоже старообрядец какой-то, или зачем приплел-то старообрядцев-то? Они ненавидят, и к чему приплел, значит, какой-то тычок сделать в какую-то сторону. А как вылавливали? А вот у них околышек на фуражке, от фуражки оставался, и прямо вылавливали, и тут же расстреливали. Кадетов! Вы что, ничего не видите? Какая, где столица или город такими кровавыми была наполнена штабелями людей-то? Гитлер не уничтожал, храмы открывал наоборот. Здесь все храмы. 57 тысяч храмов. Запомни, 57 перед революцией было. А осталось примерно 400. 1275 монастырей. Так монастыри-то разве такие были? Сколько там было? А сколько осталось-то? Едва ли 4. Ну, маленько, 1270. А где 1270-то? Где? Полностью уничтожено все, взорвано. А столько же. Теперь. Претензии на Третий Рим ни один город в мире не претендовал. А в России уже 3 столетия непрерывно идет разговор. Мы Третий Рим, мы Третий Рим, чтобы никто не ошибся в этом городе. Вы что, совсем обезумели или что? Ни один город, ни Лондон, никто не претендует. Они слова эти даже не знают. У русских прямо строилось. Мы Третий Рим. А участь Третьего Рима, она и должна быть такая. Вы когда говорите, маленько прислушайтесь, что внутри вас делается. Диафрагма не поднимается от ужаса. Сожжен будет город. Со всех сторон он окруженный. Сегодня выступает не тот, а генерал армии. И дает подсчет. Ни одна ракета может не взлететь. А если взлетит, там еще щит стоит на другие государства. Которые, если пустят отсюда. Сметено будет все. И не то, что я... А ты против? Не против, это логика говорит. А Лондон на 7 холмах? Да нет, конечно. Ну, что-нибудь лишь бы сказать. Безответственность. Нельзя так, как будто помирать не думаем. Уже открыто все. Третий Рим. Откройте историю. Где, когда, какой город претендовал на Третий Рим? Второй Рим, Константинополь. А Вавилон есть Рим. Это все святые говорили, по-другому никак. Но что Рим будет не один, а 3, это только заговорили уже там с 14 столетия, когда пал второй. Россия сразу же подхватила. Москва, Третий Рим. Второй пал, а четвертому не быть. Все, святые, притом канонизированно это говорили. Причем тут старообрядцы, не любят родину. Послушали бы старообрядцы. Вспомните, полные кавалеры, когда Георгиевского креста, кто были? В основном старообрядцы. Это воины. А кто старообрядцы? Сергий Радонежский. Чего ты ткнул-то в ту сторону-то? Кто Россию-то собирал-то? Как раз и собирали люди такие, которые верили так, как при Насе Владимире было. Но теперь-то принято и то, мне к этому говорю, ну, равно. Зачем это говорить-то? А коммунисты? Ну, коммунисты никуда не делись. Они насаждали атеизм. Сегодня это вот язычество, все идет оттуда. Бога нет. Определенно и четко. Один раз услышишь, что спорить с тобой буду. Ты не понял. Отвергаешь это. Возьми богатство. Обогащались. Говорят, а кого? От кого Россия, правда, не брала, а отдавала? Это испокон веку так было. Возьми, попросите Дымунова Игоря Владимировича, пусть он представить счет, сколько золота на 1 миллиард долларов. Ну, узнай там, заряди, сколько доллар стоит. 1 миллиард. Узнайте, сколько тонн. И вы увидите, что они, эти люди, которые, это деньги, это какая разница, получили по 1,5-2 вагона пульмана полных золота. Они никого не обогатили. Да что, смеешься над всеми или веру потерял? Да разве можно так шиковать своей жизнью? Просчитайте, сколько было. Речь идет о 1000 тоннах, которые ушли. Это весь мир знает. И всем прощает. Сергей уже сказал, даже ноль внимания на это. Опровергни. Нет. Америка только тянула и брала. Перед революцией сколько там вложили? Все осталось, ничего не вернули. Разграбили. А теперь там парвусы разные торгуют. Все туда ушло. Дальше говорили о бровях. Зачем? Это вопрос к христианам не относится. А католик сказал... А вы католику задайте вопрос, скажите, а кто такой Рафаэль? Он скажет, католик. Скажите, а Сикстинскую Мадонну он рисовал? Картина номер 1 во Всемирной галерее, не в русской.
И папа Сикс с бородой, вот передо мной она висит. С бородой! Вы скажите, с какого времени это у вас пошла беда? И папа, вы выбритый, 80 с лишним лет, полностью выбритый, куриное яйцо. Зачем? Для чего? Ответ дан. Для того, чтобы продлить молодость. Языческий мир. Он по-другому не понимал. А у христиан наоборот, борода седая показывает возраст. Возраст, мудрость приходит с возрастом. Это совершенно разное направление. Найдите хоть одну икону, которая брил с собой. Ну, молодые были, без бороды это. А католики все были с бородами. И иконы все с бородами, когда было одно общее. Ни одного нету безбородого. Вопрос снятый. А относительно, что брови выщипывают, 86-е правило как раз и говорит, щипчиками накручивает, делает кудрявыми. И все это предано сатане. Прямо. Просчитать надо. 6-й Вселенский собор, пояснение на это правило. Арестин, Занара, Вальсамон. Никто по-другому не толковал. Один раз услышал, довольно. Еще накручивать эту гнилушку. Ты какой есть, такой и есть. Не надо мумию строить из своего лица. Вопрос отошел, а надо щипать. Делай что угодно, к христианству это не относится. Вопрос не к нам. Кто вас научил это? Наоборот, смотрите, Брежнев, это красавец был. Какие у него брови были? Он не выщипывал их? Брови как раз и украшают. Златоуст говорит, для чего, когда потеет, чтобы здесь пот, как вот у окна бывает, чтобы вода стекала. Вот ответ. Возьмите шестоднев Василия Великого. Для чего сердце выше и легкие ниже, а когда как-то развалуется, чтобы ему как-то мягко прыгать было. По-детски объяснено, но понятно. Вот говорили. Давайте вопросы, а то сейчас расходиться будем. Можно я уже об епископах? Сергей, ладно, Сергей, там... Сергей, удали Ильина. Он почему? Я епископа хочу почитать. Я уйду, не буду говорить даже больше. Я не выходил, пока не позвали. Эти полчаса принадлежат мне. Чтобы я отвечал. Я уже не спорю. Невоздержанность-то какая. Ну, взрослый человек. Сережа, или отключи, или я отойду сразу. Мне зачем это нужно? Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, возвещает истину. Я возвестил, а ты крути, как хочешь, головой. Ну, он сам отключился. Он не может терпеть. Он выскакивает дальше. Почему? Азарт. А безбожный азарт. Ну, ты думаешь, что там главный город Санкт-Петербург, то ты ни одного слова не покажешь, что это так. Он не претендовал на Третий Рим, только Москва. При каком царе, Василий Третий, это все время они, и сейчас только Москва, Третий Рим. Включи в интернете, и ты увидишь. Не позволяем безобразничать здесь. Пришло столько людей, и вы позволяете им здесь вопросы. У меня еще попутно вопрос возник. Давай, уже там не епископу. Давай. Я читал на ваших, где-то там в комментариях, в Ютубе, значит, напомните, вот у католиков, с какого времени у них пошло вот это вот мочение? Они же ведь, вначале-то, когда была историческая неразделенная церковь, то они-то крестили там, на Западе-то, полным погружением. Как у них это произошло, вот эта вот перемена? Вот этот вопрос. Я вас где-то находил, но не дочитал до конца, а потом я уже не смог это найти. Вы бы задали этот вопрос ксензам. Мне это еще задавать. Я говорю, скажет, он не так говорит. Вопросы католические, они есть у вас там. Подойдите и спросите, а потом вынесите сюда, я сделаю коррективу. Вот а почему без бороды, с какого времени? Есть описание, но я не знаю, верить или не верить. Блудница была с папой. И ей не нравится, ну, что вы, чтобы выглядел как настоящий подкаблучник. Бороду сбрей. Но как? Сегодня была борода, завтра нет. Приучает голубь белый в храме, вот в уши положил тут семечки-то, а он сверху слетает и клюет. А это Дух Святой ему говорит. Я это показал, здесь голубенка вырастил. Я сажусь только, положу несколько семечек. Он подлетает и мне в ухо клювом, пожалуйста. И теперь он показывает, что это ангел. И повелел бороду снять, потому что мы носим ангельский образ. У ангела бороды нету. И дальше написано, и свою мужскую красоту променял на подпупную женскую. Ниже пупа у женщины. Вот как, какое резюме в конце-то. Католики, у нас посты, рождественские, великие, 7 недель. Я спрашиваю у католиков, сколько постов? Он не знает даже, ксенс. А у нас один день. Один день. У нас больше половины дней. Ну, разница есть.
Бритых даже не хоронили на кладбище, приравнивали к псам, к собакам. А у них все это возвышено. А официально масонами они заключаются. Венчают там кого и как. Нам зачем нужно? Они породили все эти секты-то, протестантизм-то. И все, и там папа служит с шаманами, со всеми, лишь бы только под себя подгрести. Ну, Александр Невский-то с кем воевал? У них и спрашивают, ты спроси только, узнай. На сегодня они какое-то новое объяснение дают. Почему без бороды, с какого времени? И сошлись на Сикстинскую Мадонну. Я говорил с ними-то, ничего нету. Нету? Ну, у нас так вот, вроде преследуют за бороду, дожились. Все кверх тормашками поставили. Поэтому, что имеешь, держи. Отступление везде есть, но меньше всего это в православии. Так, слушаю. Вот за длинные волосы и за бороды. Есть еще другая версия. Так, подожди, я не слышу. Говорят, не слышу там. Что это своего рода антенны, которые связывают нас с внешним миром. Это вот. у кошки усы. Есть такая версия, я не знаю, насколько вот правы или нет, но вот говорят, что вот борода, это, ну, можно сказать, это и мудрость, но вот эта мудрость как раз берется оттуда, что они умеют слушать, ну, высший разум или Божий разум, как какие ученые говорят. Или Святой Дух. Вы просто не послушали. В бороде не мудрость, но борода говорит о возрасте. Это антенны. Но вы перебиваете, задаете вопрос. Я не задаю, я просто говорю то, что я читал. Задаете вопросы, не выслушиваете. Он вам не нужен, больше не получите. Пожалуйста, ответа. Пожалуйста, я слушаю. Все, он не вопрос, он говорит, мнение просто такое да есть. Да не надо мнение это. Нарушение образа Божия, какие-то мнения. От своего, говорит, мнения тошнит. Зачем мне чужие мнения? Никогда этого не было. Еще раз говорю, давно ли это было? У нас в деревне отдельно бритый, он на отдельном кладбище хоронили их. И все, приравнился к псу смердящему. Услышал один раз, прими и больше не надо ничего, не трожь. Начинается, если против говорит, значит нарушитель. Он нарушает, ему надо защищать. Еще вопрос. Игнатий Тихонович, 1 миллиард долларов... Это приблизительно около 25 тонн золота. Так, теперь посмотри, там Березовский, другие. Сколько говоришь, 25 тонн? Около 25, да, на российском рынке. В Лондоне поменьше будет. Я так и подсчитал. Но у него за год 12 миллиардов. Умножь на 12, что получится? Никого не обогатили. И миллиардеров-то сегодня больше 100. Больше 100. И у каждого вагона золота, никого не обогатили. Ну, что, 300 тонн золота. Урехнули, что ли? Речь идет о составе полное золото. Вот сколько ушло. И всем простили. Игорь Дымнов-то об этом сказал, даже ноль внимания. Всем простили. Вот сейчас опубликовали, сколько миллиардов должны, долларов. И всем списали. И никого не обогащают. А что это означает? Не золото, это мука. Это все необходимое. Лес, нефть, алмазы, все туда уходило. Ну, посмотрите, даже какой там называется этот псевдоним-то? Фильм-то как? Оперативный псевдоним. Александр играет этот. Дедушка, да. Вот. И там, когда он 2 миллиарда только в чемодане увозит бриллиантов, это все взято. Из практики. Больше никому это не подходит. А другие города не только брали. А Россия всем, что приняли ее. Ангола, Корея, Алжир. Там самые маленькие, Гватемала, везде лезли. И везде везли, и везли корабли. А свои люди впроголодь работали. Один день вот пропусти, и уже ты тунеядец посадят. ГУЛАГ работал бесплатно. В колхозе за палочку. 72 года работали, в один день перегрузили, все, американцы. Американские бизнесмены, там кто там был, и русских избрали. А нет, ничего нет, больше тема закрыта. Они не хотят слышать. Или что-то где-то, боязно даже сказать. Помутнение разума. И город этот, ни один город в мире не окружен столькими ракетами, как Москва. На нее сверхскоростные, что они там уже, я сейчас не знаю, сколько тысяч километров-то, до 11-12 тысяч в один час. До Москвы долететь меньше 20 минут. Меньше.
И представьте, на Москву направлено сегодня 13 тысяч ракет. Вы что, ничего не понимаете? А почему? Ну, понятно, что этот город мешает, мешает. Российские войска, вы впереди читали толкование, он пойдет против Израиля, Россия. И войска будут погублены, и 7 месяцев будут хоронить только, кости выискивать. Разбросаны будет. И помет человеческий будет до верблюда, до седла до верблюде. Вот тогда узнаете. Ну, нельзя от жизни прятаться-то. Игнатий Тихонович, а для чего Москва все это делала, обогащала те страны? Какая у них была идеология? Я понял, для того, чтобы приняли. Приняли. Для чего возьмем Макарий Глухарев? Он приехал сюда на Алтай и с этими, роты, алтайцы. И он у них убирает, подметает их юрты, чтобы расположить-то. Миклуха, Маклай, для чего туда все везли? Чтобы свои там были у нас. А зачем лезет в Сирию? А Сирию сейчас Израиль бомбит уже. Для чего? Чтобы слушали. Чтобы приняли, чтобы базы наши там были. Ну, наши, не наши, то есть российские, советские. Это-то не видеть нельзя. Для чего? Для того. А кто на голый желудок-то будет? Ну, а тут же и предали. Разденут ее, то есть ничего у ней больше не будет. И тогда откроются архивы-то по сей день не рассекречены. В Барнауле только издано сколько томов репрессированных. Я на 8-м остановился. 2 строчки репрессированы. Какая-то бабка там где-то была. Что? Ничего нету. Тройка. Раз, расстреляли. Обвинение выходит, выносят приговор. 5 минут. Просчитали. Все. Подвал сводят, уже расстреляли. Горы и горы. Вот чекист есть фильм. Посмотрите, как они их там туши эти. Все, кто бы ни был. Особенно молодежь. А везде так. Ну что, где-то везде так. Этого не было. Демоны зла вырвались на свободу. Это, но мы понимаем, без допущения Божия этого не было бы. Значит, отступили. И Бог теперь нас направляет на истинный путь. Так было с Израилем. Но вернувшись, говорит, они снова взялись за прежние грехи. Так и после перестройки. Разврат один идет. Что они делают? В школах, в алеологию. Еще только не придумывают. Ей парады. Еще президент как-то тут не стоит. Нас и так, говорит, мало. А Украина допустила гей-парады. А вот этот священник Андрей Ткачев-то, как он воевал-то? Он бежал едва оттуда. Он воевал, он сильный, смелый голос подавал тогда. Там, на Украине. Ну, просто все это взять. И вот за все эти гей-парады теперь она мучается, наша сестра родная. Вопросы? $25 миллион. Так, Игорь, еще если можешь, посмотри, сколько какой миллиардер. Ты говоришь, что Россия пошла против Израиля. Очень есть «Голос Украины» газета за 92-й год, и там в списке вот всех, кто занимался репрессиями против народа. Там где-то только 6% украинские и русские фамилии. А остальные... Ну, что потеряешь, что и пожнешь. Давайте помолимся. И... Достойна есть якова истину, блажи Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Рожию, сущую Богородицу тебя величаем. Игнатий Тихонович, молитесь. Боже всемогущий, наш любящий Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием. Дай нам страх Твой святой, чтобы мы с трепетом предстояли перед Тобою. Это дар Твой, страх Божий, чтобы мы в нем шли, вникали в Слово Твое, стараясь в точности исполнить, что Дух Святой изрек. И в чем мы погрешили, Господи, прости и помилуй. И распусти нас с миром, чтобы Слово Твое живое и действенно принесло добрые плоды в нашей жизни. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь. Сережа, ты не уходи, я хотел тебе что-то сказать. Давай, говори. Так, может, Сереж, вопросы у кого есть? Сереж, я хочу сказать это вот слово такое. У нас здесь же занятия идут. И мы уже занимаемся, поэтому, ну, это получается где-то шестой раз, получается, Игнат Тихонович ведет. Ну, так, как он здесь, поэтому я считаю, он ведет. Ну, вот, когда мы были отдельно, эти занятия вели в корпусе этого университета, все было нормально. То есть все сидели, все понимали, никаких не было, вообще ни одних вопросов, не было никаких споров. Почему ты допускаешь эти споры? Вот ты сказали истину, и вот тот, кто начинает спорить, ты его бань сразу и все. Не надо меня банить, я за вас. Ты бань вот этого, кто постоянно вот это зуботерит, вот этот Роман, вот этот Сергей Лин, вот Игнат Тихонович уже пришлось изгнать его. Ну сколько можно? А другие-то люди, посмотри, какие вопросы задают. Они такие же, как и Лин, ничего не знают. Ты историю не знаешь, и они тоже не знают. И что теперь дальше делать? Как учиться-то? Если на самом простом мы тут начинаем спотыкаться, и все повылазило вот на этом антихристе, все повылазили, хоть закрывай всю группу. Этот так понимает, этот так. Что попало, какой-то сумбур создал. Мы же христиане православные, у нас одни святые отцы, одна история. Игнатия Тихоновича все почитают, уважают, и никто не слушает, каждый сам по себе. Кому не нравится, уходите из группы и все. Дайте нормально заниматься. Пускай это будут 5 человек, но это будут бронированные христиане, а не доморощенные. Все. Я не баню по той причине, чтобы выявилось их нечестие. Должно между нами, христианами, быть разномыслием, дабы выявились искусные. Как выявиться искусно, если им слова не давать? Все равно человек разумный, он различит правду от лжи, еретика от истины. Поэтому на тех занятиях ничего не задавали, потому что такая была как бы политика и правильная, я считаю. Писали записки, в записках то озвучивались вопросы. Я предложил вот написать правила, брат тоже вот против такого как бы Борис. На рассмотрение давайте рассмотрим. Сережа, Бориса вообще никто не знает, кто он такой, что он нам будет правила писать. У нас Игнат Тихонович есть, уже написаны все правила, ты ведешь занятия, все, как говорится, добро дают. Кто такой Борис? Че, зачем ты туда подсылаешь нас? Борис, один раз появился, уже начал устанавливать свои порядки этот Борис. Его никто не знает. Пускай командует там у себя на фронте, где он там. Ой-ой-ой. Так, хочу сказать слово. Успокойся, Игорь Дыбунов. Успокойся, пожалуйста. Кто знает, кто такой Борис, те знают. Не надо тут командовать. Что-то ты разошелся не на шутку. Игнатий Тихонович, а вы не разобаньте Игоря Дыбунова. Что-то он, я не знаю, наверное, получше у вас становится. Я прошу здесь, прощения. Здесь баню я. Знаете. Поэтому я вам предлагаю, вы сделали предложение, давайте напишем писанные правила. Я эти, ну, я у нас что-то, не перебивайте меня, Борис, меня не перебивайте. Дыбунов вас перебивает, и ничего страшного. Ну и сразу отошел, сказал. Как тяжело с вами. Так. Это неправильно. Вот Бориса я забанил, я ему сейчас напишу. Пока ты не напишешь правила, вот, которые, по которым... чтобы его этими же правилами бы и тыкать в них носом, понимаете? Тогда человек как-то может совесть какую-то иметь. Тут же говорит, что давайте не перебивать, сам перебивает. Начни с себя. Понимаете? Вот невоздержанность какая-то у нас, у христиан. Вот правильно, Игнат Тихонович? Я никогда не говорил, Игнат Тихонович, да подождите, замолчите-то. Ну вы берите пример с человека, это пожилой человек, как себя вести-то? Никогда как бы, а кто виноват? Ведущий виноват, что не банит. Сейчас всех перебаню. Ну, давайте перебаним, раз он там всем нравится. Сереж, про всех-то никто не говорит. Ну что, совсем-то уж. Относиться к человеческим тоже. Все обижаются. Ну,
Тебя забанил, ты обиделся. Сейчас забанил, он тоже обидится. Слушай, Роман, что, немощный? Или Ильин, они что, немощные, что ли? Что ты уж совсем-то? Да ты сам немощный, тебя забанили, ты уже сколько дней вспоминаешь. Не можешь простить. Сережа, ты меня забанил ни за что. Вот и все. И я вспоминаю тебе это. И буду вспоминать. Раз ты держишься за свое место ведущего, держись как следует. Как это я тебя ни за что забанил? Я истину возвещаю, а Ильин какой-то базар разводит. Ты должен ему сказать, нет. Ты прав, все. А так как ты сам толкования не знаешь, начинаешь метаться душой. Думаешь, так, не так, так, не так. Вот и я все. Я как ведущий даю высказаться всем, как ведущий, а не как мечущийся. Сережа, у нас не высказываются, у нас слушают, запоминают толкования святых отцов и исполняют их. Вот у нас что. У нас от своих мыслей тошнота идет, еще чужие будем выслушивать. Братья, гнев правды Божией не творит. Успокойтесь, пожалуйста. Со стороны это послушать. Мы же христиане или кто? А сила Божия в разномыслии, он понимает по-иначе, но спокойно принимай. Нет, спокойно принимать не нужно. Укажи ему его ошибки, но спокойно, с любовью. Зачем вот это? Извините, пожалуйста, может, я не то сказал. Давайте успокоимся, я совершенно спокоен, все. И больше не надо мне про спокойствие говорить. Так, вопросы у кого еще есть? Вот Игорь Дыбунов, напиши, пожалуйста, писанные правила. Мы их здесь напечатаем, и каждый, вступая в группу, будет ставить подпись под этими писанными правилами. Так как у людей совести нет, они друг друга перебивают. Бог дал писанное Евангелие, чтобы ткнуть этого человека. Если вы не понимаете, что перебивать нельзя, это некрасиво. И перебиваете, и тут же давай всех забаним, а сам первый перебивает. Ну как тогда? Ты меня не банит, это ты меня не банил. Ну как дети, понимаешь? А меня забанили, а он, ты дурак, а ты сам дурак. Ну, как вот я не знаю. И Сережа, вы здоровые взрослые мужики, я должен вас тут помирить. Сережа, я согласен, все. Здоровые взрослые мужики, ты умный, а мы тут дураки собрались, молодец. Давай, я согласен, я напишу, а потом мы за пределами вот этой площадки... Вот после, вот как сейчас время идет. Да напиши и предложи сюда, вот сейчас вы выложите. Я предложу, будет проходить. И все должны быть единодушны, единомысленны. Этот разброд меня уже, как говорится, по самое горло. Игнат Тихонович одно говорит, все опять свое базарят. Сколько про Антихриста сказано уже было? Опять выходит один, вторая выходит. Кто-то там еще вылазит. И про этого Антихриста задолбали. Сколько мы времени на него потратили? И все из-за тебя. Это и есть занятие. А так что, прочитали, я в одно ухо влетел, а в другое не вылетел. А так, надеюсь, что-то и останется. Сереж, базар остался. Разного уровня, разного. Не все такие, как ты, не все как, такие, как я, не все такие, как Игнат Тихонович. Но снисходя друг к другу, с нежностью, то есть с любовью. А как всех сейчас... еретика, гони его в шею. Так, что ли? Не так, а говорить. Все, больше на этот вопрос не говорим, потому что святые... считают так. Игнат Тихонович тоже так считает. Все. Раз Игнат Тихонович в авторитете, всегда его спрашивают. Конкретно спросил по этому вопросу. Он сказал, все. Все поняли? Пускай отвечает. Все поняли. Все поняли? Вот так и думайте теперь. По-другому не думать. Все. И не было бы Ильина уже давно. Это мне чем-то свидетель Иеговы напоминает. Если думать нельзя, ничего нельзя. Я премудрость, обитаю с разумом. И что рассудительное знание. Для чего собрались? Для того, чтобы помыслить, чтобы что-то в голове осталось, а не то, вот это истина сегодняшнего дня, ты не знаешь, что завтра будет, какая истина будет. Если ты думаешь, что это для нас сегодня, да, а завтра что будет, мы не знаем. Господь откроет. Люди добрые, братья, сестры, помните? Свидетели так называемой сторожевой башни, как вы их называете, Иеговы, просто мелочь пузатая по сравнению с христианством православным. У нас святые мужи. Их сотни я тысяч. Я за поведение говорю, а не за то, а не за учение. Поведение будет, когда будет дисциплина духовная, чтобы все понимали единомысленно, как святые отцы.
Только так Игнатий Тихонович и наставляет. А никакого сумасбродства, чтобы не было. Тем более у нас здесь уже сколько идут занятия. Хватит сумасбродничать. На фоне сумасбродства может открыться истина. Это человек. У нас, в нашей общине, бабушки такие вопросы задают, что аж за голову берешь, откуда они такое берут. По 20 лет в общине. Ну почему не дать задать глупый вопрос человеку, чтобы эта глупость выявилась, и другие этими глупостями не занимались? Или Сережа... мы, да, меняем, то есть вот, я прочитал, оттарабанил, вопросы задали, ответы получили, никому слова тогда не давать. Такие, что ли, хотите занятия? Сережа, ты неправильно говоришь. Зачем ты меня перефразируешь, я не могу понять. Я вообще ты этого же... не говорю. Вопросы это вопросы, а наша тема это совсем другое дело. Тему восприняли... так, как она читается вот по толкованию Пепелакта Болгарского и в работе Игнатия, Геннадия Фаста. Все, ее принимаем как вот должно принимать, как там написано. А вопросы задавать, ну, это все время, полчаса на вопросы, можно больше, вот как мы сейчас проходим. Пожалуйста, задавайте любые вопросы. Я уже про это, кстати, говорил. Что задавайте хоть какие вопросы, чтобы мы выяснили. Ну и я как понимаете? Ведущий, ну смотри, ну и я как ведущий тоже. Ты говоришь, а можно еще по этому? Ну давай, время кончится. Че я не так сказал? Потом зададим. Я уже чувствую, что по времени мы затягиваем. Я на тебе остановился, тебе опять не так. Опять меня не баньте, я истину возглашаю. Сережа, сегодня Ильин вообще уже заговорился. Зачем он старобрядцев помянул? Хорошо, вот Игнатий Тихонович, он правильно сказал. Он уже в какое-то кощунство начал впадать. Вот надо, чтобы по его было. То Лондон, то Нью-Йорк, то еще что-то начинает придумывать. Он там уже у себя это ведет занятия. Ты представляешь, что он там понаведет? Чего ты будешь знать? Какую истину? Ну, человек сам отойдет. Поймет, что его здесь не принимают. Отойдет. И либо покается. А так, шашка, Игнатий Тихонович, хочу слово сказать. Давайте, в чем я... Давайте ведущего что-то попробуем. Хочу сказать о прошлом. У нас занятия были. Полная программа 500 академических часов. 500. Это 4,5 года. Занятия шли практически в 5 университетах. И ни разу, нигде... не было, чтобы вот так кто-то мнение пришел. Зачем мнение-то? Мы пришли узнать истину. А человек даже и Библию-то не знает. Святых отцов не читал. Соборное правило в руках не держал. Ну, что он может сказать-то? И какой интерес сидеть мне тут время тратить-то? Чтобы вам ответить, я непрерывно 55 лет учился. В 10 университетов не вложишь. Почему? Потому что я доверяю, что Дух Святой не покинул церковь. Я называю, кто это говорил. Называю, в какой книге. И у нас сидели на занятиях кто? Представители ФСБ были, милиция, большие чины, люди из краевой администрации. И никогда никто не восставал. Записка в письменном виде, мы отвечаем, и только сохранившихся ответов 4124. Они у меня на сайте все. И не было ни одного слова против, никогда. Почему? Бог располагал сердца людей. Ну, вот так бы стали кричать, его... свои же прихожане, которые там сидели, они бы его попросили замолчать. Я вначале вел занятия в актовом зале АГУ. 750 человек. Для них только-только начало было присоединение к истине. И против не было. Не было, никогда не спорили. Я вел 3 радиопрограммы регулярно. Одна часовая онлайн называется. Вопросов были десятки. Вопросов 40 после окончания передачи. Спора никогда не было. Почему? Оно легло на сердце. Я однажды тему такую стал о именах. Ну и тогда кто был известен? Борис Ельцин. Ну и я взял сам главный, это Владимир Вольфович. Владимир объяснить там. И Зюганов Геннадий. Так звонки пошли, а тогда коммунистов прям задавить готовы были. Хоть наконец-то первый раз услышали о коммунистах, хорошо сказали. Я говорю, а где я сказал? Я слово это не повторял. Я имя Геннадия объяснил. Говорят, если Валентина, обязательно должна быть вот такого роста, такого цвета. Не так. Я брал жития святых и звал к подражанию этой личности. Наталья, Адриан. Какая она была? Рассказываю ее. Это я по радио выступал. Алтайское радио. Ну, людей в то время много было, слушали.
и объясняю, какого возраста, какой цвет глаз, это не имеет значения. Ее ревность по Боге. Вот возьми один из моментов. Она молоденькая, ну совсем молоденькая, лет 18, а ему где-то 22. Его арестовали. Арестовали, а она сумела деньгами там улезть, как-то там спрятать волосы, подстригла и проникла туда. И теперь стражникам деньги дают, казнить-то когда будут? Да в среду, наверное. Ну, я прошу, я вам деньги дам, чтобы мой Адриан первый был казненный, первый. Он потому что первый, он сразу на небе, и остальных мучеников он будет принимать, когда их души-то вылетят. Это какая же вера-то была? И она добилась того, что на смерть его она пришла там. И когда руку положили, размахивается там, ну, топором, рубит на ковальне-то. Рука отлетела, он сознание теряет, она сразу же, Адриан, вторую руку подставляй, награду получишь, потом ногу. Кто сегодня способен? Возьмите у любого ребенка, скажи, ребенка на твоих глазах убьют. Что угодно будут делать. Шестерками облажаться все. А ты вспомни, вторая книга Маковейская, 7 глава. Мать сама 7 сыновей уговаривает. Не смотри на этого мучителя. Для него не будет воскресения в жизнь вечную. Я не знаю, как вы в чреве у меня были, как родились. Но эти пальчики кто вам создал? Не бойся, сын мой, гори. Я получу тебя там. Вот к чему надо призывать. То есть подражать святым. Ну, имена мне задавали какие, я по ним и в школах вел. Где-то 13 школ у меня было. Вот так, что против было, никогда нигде не было. Никогда. А вот он заходит и говорит, ну, мнение кажется. Зачем мнение? Сиди со своим мнением. Я свое мнение не имею. Я показываю жития святых такое-то, место писания. Там мне некогда было по поисковику искать. Поисковик я дома имею, а тогда его вообще не было. Тимофей Ха его еще не изобрел. И я еще раз говорю, речь идет 4124 вопроса. И ни по одному не было несогласия. Люди пришли за знаниями. И пришли не ко мне, а пришли к тому, кто знает все, то есть к Богу. И я показывал место, называл стих, ты ходил на занятия, знаешь. Сердце твое полностью было расположено. Никакого устава у нас на это не было. Как? Вы, слушатели, пришли, слушайте. Ты считаешь, остановился, можешь спросить, может быть, другое еще, пару слов. Больше 2 минут не разрешай. Кто нарушит, сразу же отключай. Все, наведи порядок. Выскакивают десятки раз где-то. Я стою, дальше подошел. Время, которое дали мне, чтобы отвечать на вопрос. А они схватились. Я ушел, больше не зови, мне некогда. Зачем? А в споре рождается истина. Где она рождается, когда она рождена уже? Ей уже 1500 лет или 2000. Не надо придумать ничего. У меня нету своего мнения. Я нигде его не высказываю. Я называю, какой канон. Определенно я выставил, где занятия идут. Когда спрашивали там, как так вот, Христос был в пустыне, он там что делал 40 дней-то? Размышлял, нет. Ну, видели, я выставил. Как Бог, это вот места Писания. Как человек, вот места Писания. А как человек, он пил и ел, и скорбел, и гневался. Гневался. Тут уж, да как, Христос гневался. Считай 3-5 там у Луки и прямо показывает. Иисус с гневом воззрел на них. И у Марка это же. С гневом воззрел на них, скорбя об ожесточении сердца их. Вы зачем спрятали от людей это? Гнев в человеке – это дар Божий, говорит Златоуст. Иначе человек просто тряпка. Ну как, когда возможность и когда есть слушатель, а не так, что перебивать, вскакивать и... Ну зачем же это? Поднял руку, вот я сидел, Сергей его заметил, сказал, я сказал. Вот какой устав, его не надо писать. Не надо, он не нужен совершенно, никто в него заглядывать не будет. Кто приходит новый, сказать, у нас истина, дарованная Духом Святым. Поэтому слушайте, что есть. Если вопросы будут, потом будут отвечать. А у него истина, какая истина-то? Никакой истины тут не может быть, когда она уже дана другой истины. Вот так. Вопросы? Аллилуйя! Слава Христу! Я вот что еще хотел сказать. Давай, Женя. Получается так, что у меня как бы есть это в электронном формате комментарий Геннадия Фастена «Откровение», но
я не всегда там улавливаю, как бы, где там идет по стихам. И начинаю искать во время занятий, теряюсь, где там Сергей Бубков читает. И получается, что... Женя, дома возьми дополнительное время, как-то выдели, и посчитай. Лучшего толкования, как он собрал, нету, просто нету. Это прошло цензуру патриархии, и она у них продается в каждом лавке. Мои книги ни одной не пропустят, его книги все пропускают. А почему? Потому что он очень осторожен. У него звание есть, а у меня никакого звания нет, как Фудель пишет об этом, Сергей Иосифович. Мои книги отличаются именно этим. Я отвечаю без пригляда. Я патриарх, я президент, о ком бы ни было. Никаких нападок нету, я просто во свете Библии показываю. Патриарх ответил так, будущий мусульман. Почему ответил? Отвечаю на этот вопрос. А это не просто так. Нет, я к тому, чтобы, может быть, Сергей Пупков скидывал сюда в чат, скажем... Ну, вот я сказал, да я уже как... скидывал уже раз 15, наверное, я не знаю, почему. Если даже кто-то у кого-то нету в этом, не у всех же, у меня, допустим, нету в сейчас скину. Вот. Когда занятия в следующий раз будут начинаться, чтобы не искать, и из чата можно будет читать и следить за текстом. Просто так легче, как бы быть в теме, так сказать, и размышлять. А так, как бы ты на слух ловишь, но не всегда тебе все улавливается перед глазами. Как бы текста нету, и получается, не всегда оно как бы усваивается. Вот. Ну, я к следующему разу, сейчас это уже не нужно, потому что занятия-то уже закончились. Вот. Женя, к следующему разу. Сейчас, вот, я вижу сейчас, Сергей Егорович, ты у нас был, ты много задавал вопросов, душа твоя довольна? Я не расслышал. Вы были у нас в Потеряевке, вы были у нас, и вы записали, мы записали несколько роликов, ваши вопросы. Вы удовлетворены? На 100%. Я по сей день их перевариваю и осваиваю. Вот и все. Да, я удовлетворен очень. Мне столько времени было уделено. Вы как слышите меня? Я слышу вас отлично. Я отключил видео, чтобы лучше звук был. Нет, хорошо, хорошо слышно вас. Ага. Геннадий Тихонович, у меня вопрос такой возник по поводу тех событий, которые развернулись в Запорожской епархии. По поводу отпевания маленького ребенка, который погиб, несчастный случай был. Ну я знаю, крещенного упал сверху мужчина, самоубийца, упал на него и убил его, и сам погиб. Да. И вопрос-то в чем состоит? Вопрос в том состоит, мог ли, действительно ли какие-то канонические запреты у нашей патриархии отпевать тех людей, которые были крещены в Раскольнической Киевской патриархии? Священник не прав, он должен был, ну раз он православный, отпевает и отпел ребенка. Это уже так, просто вот эта волна ненависти к русским идет в патриархии. Он не прав на 100%. И дал повод для битья. Ну, они не думают, какие последствия. Надо знать это. Ребенок не виноват, он не знает ни украинскую церковь никакую. Он погиб, невинный младенец. Родители, ему, ребенку, может, и не нужно это отпевание. Ну, принято у православных. И почему было не отпеть, вопроса бы не было. Бучу подняли на весь свет. И видят, поп жестокий и дурной. Ясно. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, если нет вопросов, мы расходимся полюбовно. С Богом. С Богом. Ангела-хранителя. Храни вас. Спаси Христос. Давайте, сейчас вот на нашем YouTube я выставляю, мне помогли два Сергея и два Андрея. Выставляю каждый день 13 роликов. Чтобы прослушать за один день, это примерно 25 часов надо. Никто не прослушает. Это все, что у меня было там. Я 37 лет молился, чтобы распаковать склады. 50 книг аудио. Их отдельными файлами сделали. Уже все. Я выставляю. Наши беседы с Александром Менем.
Антони Блюм, Иоанн Кронштадтский, протопоп Авакум. Вот сейчас идут, именно сейчас выставляю каждый день. Сегодня выставил 13. Общая продолжительность беседы там по 25 часов за один прием. Так что успевайте, смотрите. Смотрим и слушаем. Слушайте, с Богом. С Богом. Все, отошел. С Богом.